Здравствуйте, дорогие друзья, я Фролов Юрий Андреевич, хочу буквально быстро в два слова сказать о медной посуде. Мы с тобой на выставку 25 июня возьмем на Вега-экспо, но еще если уж вы не сможете приехать, вы, конечно, можете любую нашу продукцию, в том числе медную посуду, заказать по нашему прайсу, и мы пришлем вам в любой город страны или мира. Это не вопрос. Пару слов о меди. Почему важна медная посуда? Хотя бы, ну, чтобы пить воду теплую, допустим, есть из вот, как вот эта вот мисочка прекрасная, например. Дело в том, что еще ученые до революции у нас в стране обнаружили такую закономерность, подчеркнули, что на медных рудниках никогда нет онкологии, понимаете? А ведь медь – это самое первое средство ионы меди, против борьбы с грибками, я имею в виду плесневыми, дрожжевыми, то есть, а ведь они именно вызывают онкологию, они есть перерожденные онкоклетки. Это вы можете, если захотите убедиться в этом, посмотреть мои лекции по онкологии, лекции по грибковым заболеваниям у меня на моем блоге ufrolov.ru в разделе «Мои лекции» и, соответственно, по онкологии, либо грибковой инфекции. Посмотрите. Значит, теперь мы представим, ну и у нас большой ассортимент, более 35 видов медной посуды. Кстати, она именно ярмарки выставки. Мы возьмем с собой еще и обережную славянскую символику в виде браслетов малых и больших, застежных, с грифонами, так сказать, символами плодородия, так сказать, благополучия семьи и так далее. Мало того, что сама медь оказывает благотворное непосредственно на кожу влияние, ну и на кровь, и на лимфу, но это еще и обережная символика. А что касается, если мы вот пьем воду, например, то атомы меди переходят к нам в организм, в небольших, разумеется, количествах, они являются антисептиками. Конечно, это не органические минералы. Органические мы должны получать из свеклы, из других продуктов, то есть, соответственно, из овощей, фруктов, злаков и так далее. Это уже в органической, ионной, коллоидной форме. А это неорганические минералы, которые являются просто мощными обеззараживающими средствами. Если коллоидное серебро – противовирусное средство, то медь – это прекрасное противогрибковое средство. И у нас большой ассортимент, вот, начиная от таких стаканчиков по 200-300 мл и кружек, начиная вот от 270 до, заканчивая такой огромный, 750 мл. Будут такие у нас продаваться ковшики разных, вот такой и поменьше размер. Ложки-вилки, вот с такими вензелями и без. Причем, если они, вот, например, ложка чайная, вилка и ложка столовая стоят по 500 рублей, сразу хочу сказать, что да, размер разный, но не от размера, не от массы цена зависит, от сложности. Это же ручная работа. Это формовка, прессование. И такая технология аналогичная, как на гончарном кругу, когда фактически вручную, ну, конечно, с помощью механизмов изгибают, то есть вращается круг и идет, изгибается определенная форма. Причем медь очень толстая, и что важно подчеркнуть, это марка М1. 99,9% чистоты меди, абсолютно чистая медь. Ну, бывают вакуумные, но это уже, так сказать, знаете, специализированные для каких-то космических целей. Вот, значит, соответственно, будут такие еще продаваться без вензелей наборы. Набор 1500 стоит, ну, ложка-вилка, например, и маленькая чайная ложка. А будет такой набор, когда, значит, если вы два берете комплекта, то по 1250 рублей. Ну, то есть, соответственно, неплохая скидка. И, кстати, это очень хорошие вообще подарки. Подарки полезные, что важно. Ну и, конечно, на, как говорится, всю жизнь, если человек не потеряет. Вот обратите внимание, такие маленькие пиалушки, на такие захват для льда, например, да, зажим. Вот такие вот пиалушки с ножками, маленькие тарелочки вот такие вот, да. Значит, большие вот такие подносики, значит, ну и так далее, вот такие вот длинные, ну она называется барная, но условно мы можем ей брать из большой банки какой-нибудь там, я не знаю, там варенье или что. Вот, ну и каждому покупателю в подарок будет обязательно магнитик наш, спрашивайте, если наши сотрудники забудут, потому что, ну и памятка, и вам на холодильник магнитики. Вот, что еще хочу сказать, ну, пожалуй, то, что пользоваться медной посудой стоит, издревле пользовались. И то такой чистой меди, конечно же, сами понимаете, в производстве раньше, в старые времена не было, и то это давало огромный эффект. И, кстати, почему варенье варили в медных тазах? А ведь вот именно в медных тазах потом грибок
не шел, то есть не было плесени вот этой, понимаете? А ведь сладкая среда — это для плесени первое дело. Поэтому чуть-чуть спора попадет, герметичность нарушится, и плесень сразу идет, а такое есть уже нельзя, если хоть малейшая плесень попала уже и имеется в продукте. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, это была полезная просто информация. Если будет интерес приобрести нашу вот эту вот продукцию, то, пожалуйста, значит, заказывайте. Ну а и кто будет 25 июня 2016 года на ярмарке, то, пожалуйста, приезжайте. Ждем вас, покажем, расскажем, ну и увидите остальную нашу продукцию. У нас будет очень много всего интересного. Всем самого хорошего, смотрите другие ролики, вот в частности такие вот как бы рекламно-просветительские. Всего самого лучшего. До свидания. Да, дорогие друзья, совсем забыл. Как же сделать заказ на нашу медную продукцию, либо по любому нашему прайсу, по продуктам питания, там, по грибным лечебным препаратам? Очень просто. Наш сайт natgard.com, natgard, натуральный сад в переводе с английского, .com. Правый верхний угол, там несколько прайс-листов. Верхний общий – это по нашей продукции, биопродуктам питания. И, кстати, в этом же прайсе в самом низу медная продукция. Вот мне. Но есть отдельный прайс на медную продукцию. Вы делаете заказ. Чтобы не ошибиться, как правильно сделать заказ, если вы из другого города или страны, и мы хотим вам поставить, а вы у нас заказать, то, пожалуйста, чтобы у нас обоюдно не было никакой сложности и проблем, да, то тогда посмотрите видеоролик, маленький, пятиминутный буквально, в разделе «Доставка и оплата». Там текстовая информация, как правильно делать заказ, а главный видеоролик. Посмотрев его, никаких ошибок не будет, и всем нам будет только лучше. Потом вы делаете заказ, присылаете нам прайс с вашим заказом, мы собираем и отправляем вам. Если на выставку 25 числа вы приедете, тоже лучше сделать заказ заранее, чтобы он был собран, отложен и, так сказать, уже вас ждал. Ну а не захотите, можно и так. Приедете, посмотрите, пощупаете, выберете. Всем самого лучшего, до новых встреч!